Почетный гражданин Люберецкого района, мастер спорта СССР международного класса Инна Капец принимает поздравления с юбилеем. Легендарной вертолетчице 85. Одним из первых знаменитую люберчанку приехал поздравить глава округа Владимир Волков. Мы с цветами. Это наши полевые люберецкие, как мы шутим. Инна Андреевна, с днем рождения. Спасибо. Инна Андреевна, очень рад вас видеть. В хорошем настроении. Настроение хорошее, бодрое? Хорошее. У меня хорошее настроение тоже. Я знаю, что вы у нас будете хорошие руководители. В 60-е годы Инна Капец попала в первый набор женщин-вертолетчиц при Калужской центральной планерной школе ДСААФ. В составе экипажей, командиром которых была она, на вертолетах Ми-1, Ми-8 и Ми-26 установила 15 мировых рекордов. Некоторые не побиты до сих пор. Надо было показать, что наша вертолетная техника не хуже, чем за рубежом, понимаете? Вот. Ну и кто? Рекорды женские, да? И вот только в 67-м году мы вот пошли, только Ми-8, самая вот сейчас ходовая машина, да? Одна из лучших. У меня тогда был уже 3000 налет. Налет, конечно, серьезный. За свою летную жизнь Инна Андреевна налетала 11,5 тысяч часов. Из них более 8 тысяч в Сибири. Поздравления с юбилеем поступают из разных уголков России и мира. Многие приехали поздравить лично. Семей ветеранов и участников специальной военной операции, от жен, матерей, от их родных. Мы поздравляем вас с днем рождения, желаем Спасибо. Вам здорового долголетия. Уж извините, что я... Не обошлось в день рождения без сюрпризов. Директор Люберецкой центральной библиотеки Евгения Ерченкова подарила настенный ковер с изображением Сергея Есенина. Знаем, что это ваш любимый поэт. Вот знаем, что вы у нас много лет в библиотеку ходили, в роднике принимали участие, что вы творческий человек, который любит поэзию, поэтому от нашей Ой, моя дорогая, да, большое вам спасибо. Я, честно говоря, не ожидала, что вот даже вот столько вокруг меня, ну, как-то мы работали, жили скромно, как говорится, про себя, вот. А тут столько мне на старости лет, в возрасте моем, столько внимания. Я очень рада всем вам. Посмотрела на молодежь и для себя решила. Слава Богу, есть на кого отставить Россию, нашу русскую землю. По словам Инны Капец, еще одним подарком к ее юбилею стала новость. Лицей номер 15 присвоено имя авиаконструктора Алексея Черемухина. 91 год назад на первом советском геликоптере он установил в Люберцах мировой рекорд высоты полета – 605 метров. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.